Тут надо просто трубочку сделать. Так, если 360 разделить на 3, это будет по 120 градусов, да? Ну, правильно. Мы сейчас возьмем, скажем, цилиндр. Сначала. Где он там? Цилиндр. Ох, какой здоровенный этот цилиндр. Разворачиваем его R, говорим по X, да? Нет, это по Y, R по Y. Девяносто градусов, так вот. Так, теперь смотрим отсюда, делаем его махонькой, вот такую трубочку, и тянем ее по вверху, смотрим вверху. Так, G. Вот сюда мы ее пристроим. Так. Плюс по X чуть-чуть больше и уменьшим. Так вот. Вот так будет хорошо. Единственное, что может быть еще, то сделать такую дырочку. И внутрь ее. Вот так. Так вот я о чем. Давайте мы возьмем такую штуку. Сейчас мы возьмем план. Такой у нас план, потому что переворачиваем этот план. По оси игр. Игр 90. Уменьшаем. Вытаскиваем сюда, тоже по игреку, и сжимаем. Вот такой лоб сделаем. Так, и еще немножко S по Z. Вот так. Ну вот как ее сделать? Сейчас подумал, подождите. Если я возьму ее сейчас и буду вручную делать, это будет ерунда. А тащиться в центр, там в центре все это изобретать тоже не хочется. Вы понимаете, я мог бы в центр увести ее и там как бы, ну, попробую на глаз сделать. Быстрее, проще. Будет так. Сейчас мы возьмем. Вот здесь поставим его так. И скажем, что у тебя будет объект мод Set Origin 3D курсор. Вот. А, так, и теперь Shift D сделали. Опля. Най-най-най-най-най-най-най-най-най. Это что еще случилось? Вот, фу ты, елки-палки. Ой, испугался. Не сохранил же? Вот сейчас сохранил. Это такое дело, знаете ли вы его. Вас не хотите, буду с кубика делать. Не хотите, как хотите. С по Y сначала. Так, и теперь SPX. Вот такую лопасть сделаю. Так, смотрим я сюда. И опускаем опять же вот этот, вот сюда вниз. Вот сюда.
и говорим ему, что парень, у тебя объект мод смотрит вниз, вот сюда по курсору. И теперь говорим Shift D и R. Та же самая беда. То есть я ее не отделил. P селекционирует мод. А то у меня тут целый самолет начал крутиться. Так, еще раз. Shift D и R. 120 градусов. Вот я вижу вот здесь, да? И еще раз. Shift D R тоже на 100. А, это уже 240. 240 минус. Смотри, какой грамотный. Математику не любил. Любил. Так, ну что, побольше, может быть, чуть-чуть. Давайте посмотрим сначала. Подтащим его туда, куда нужно. Так. Допустим, да? И теперь потащим. Сначала скажем Ctrl-E, сохранили все вместе. Дальше G. Где она у меня? Вот она. О, одно три лишнее оказалось, да? Сверху видно там. То есть так и знаем. G. Так вот. Так. Это тут. Нам нужно теперь вот это выбрать, поставить на место. Где-то вот сюда. А это вот. Да чтоб тебе. Вот это вот. Сделаем чуть побольше. Да? Вот так. Сделаем мне дырточку, как хотели раньше. Куда она девалась, я не знаю. Ага. Шея. Трансформацию надо менять. Так. И теперь ровненько все будет. Так. И запихаем ее внутрь. И внутрь. Все. Так, а сам этот пропеллер. Это пропеллер. Ну, можете его еще больше сделать. Так. И немножко крутанем R. Оси. X. Да. Вот так. Сделали уже что-то похожее на винт. И пока у нас время есть, давайте мы сделаем следующее. Я тоже возьмем кубик. Поднимем его. S. Зато уменьшим вот так. Да? И опустим вниз. Ну, можно еще немножко, это уж слишком у нас. Вот так. И S по X так уменьшим. И давайте вниз опускаем джипа зато. Так. Я бы только что растянул еще S по Y. Вот так. Вот так я бы сделал.
И сделаю еще по Z. Хотя, может быть, так и надо. Может быть, так будет лучше. А может быть и нет. Давайте до конца. S по X. Вот так. Так, теперь опять берем кубик. Поднимаем. Ставим на место сразу. И начинаем с ним тоже работать. S по Z. Уменьшаем вот так. Теперь S по X. Делаем вот так. Далее. Здесь делаем вот так, делаем Ctrl R. Нет, Ctrl R. Так, и делаем следующее. Вот этот Ctrl R-чик мы его подадим сюда вперед. Вот так. А этот в принципе, да, почему нет, ставим типа квадратика. Мы сейчас сделаем следующее Z и по Y, и ставим вот как бы квадрат здесь. Так, о, так я и думал. Раз он не тянулся как следует, то это значит одно. Мы зацепили его как следует. G по Y. Вот так. Ну а теперь тут интересно будет. Вот этот опускаем вниз. Вот такую фигуру делаем наверху. Так, и здесь. Опускаем. Мы не собираемся опускать. Мы просто сейчас G по Y проведем вот сюда. Вот так. А здесь мы сделаем хитро. И вот так. И это такой забористый такой какой-то E внутрь. Ну, чтобы он там не высовывался, мы его еще поправим вот так. Отлично. И теперь эту штуку просто-напросто опускаем вниз. Поставили. Хорошо, здесь будет две турбинки еще. Так, для чего я так старался здесь сделать это? Вот, вот этот. Вот этот я хочу разбить, но не получился квадрат сразу. Да, тогда мы просто вот этот, сейчас, секундочку, вот этот подвинем. По Y. Все равно получим квадрат, как мы хотели. Вот так. Так, теперь мы его выделим. И скажем subdivision. Ну да, вот. Ведь все-таки не получился квадратик. Ну да ладно. Это не столь важно. Ctrl-Shift-B. Ctrl-Shift-B. Так, и нам надо уменьшить. Ах, не будем мы так мучиться, плевать.
Сейчас начнет выебываться. Возьмем просто. Иногда хочется что-нибудь такое сотворить. Так, это будет S махонькое. Такое. И поднять наверх. Угу. Поставь в центр сюда. GGG по Y. Вот сюда. Есть. Поставили. Так, ну уже близко к тому, что нам нужно. Очень близко. Сколько времени? 15 минут. Ну, давайте займемся винтом верхним, да? Но сейчас просто чуть пошире сделаем, да? Потом порежем вдруг. Вот здесь порежем, Ctrl-R, скажем. Так. И теперь вот этот, вот эту часть. Мы ее с помощью вот этого раздвинем. Ну, так нельзя. Что это такое? Это же безобразие. Так. Трансформ. Теперь вот. Ну, теперь все правильно. Так. Ну, этого мы сейчас сделаем наверх немножечко. Или тоже чуть-чуть уберем и приберем вот так. И наверх выпустим. А там уменьшим, если увеличим, неважно. Вот сюда. Так, и нам нужен. Сейчас. Нам нужен plane. Вот так, потому что с ним будет легче работать. Ctrl-R. И здесь. Нет. Ну, так сделаем. Мы сделаем subdivision. Вот так. Subdivision сделали. Теперь берем вот этот ребро. Это. А, тут не видно, к сожалению. Ладно. Давайте поднимем его. Объект поднимем наверх. Ага. Сейчас. Уже подняли и поймем. Как же мне это мешает, господи. П. Сепаратно сделали. Наверх. Наверх. Вы товарищи. Все по местам. Последний парад наступал. А, нет, вот так сделаем. Так, теперь выберем ее. Ага. И давайте возьмем сейчас ребра. Вот это ребро, это ребро, это ребро. Ctrl-B скажем. Да, получилось то, что я хотел. Получилось со страшной силой. Так. Теперь берем, выбираем вот эти. Говорим, не нужны они нам вообще. Так. Что-то мне сдается, что надо их побольше сделать. Нет? Или достаточно будет такого? Нормально. Не должно было так быть. Давайте сверху заглянем, попробуем сверху это сделать. А, какая разница? Ах. Переправлять хуже нету. Почему она у меня? Ладно, плевать. Выделяем сейчас эти.
И говорим, что у нас будет сейчас толстенькая такая штука. Вот такая. Вот теперь объект. Хорошо. Можно немножечко развернуть, конечно. Нет, давайте сначала мы ее прям натянем на эту штуку. Так. G. По Y двигаем. Не по X, а по Y, как я сказал. Опля. G. Y. И вниз. И видим, что тут у нас самый большой крест встал. Тут еще надо парочку крестиков сделать. Мы сейчас с этим быстро справимся. Мы сейчас скажем так. Нет, вот это. И пойдем теперь. Вот. Так, здесь уже что-то есть. Давайте мы еще. Как лучше сделать? Да нет, проще сделать так. Еще один. Plane. Так, у нас есть выделено. Да. Ну это не надо. Мы возьмем сейчас plane. Делаем то же самое. Вытягиваем его наверх. Уже назад. Так. Уменьшаем. Зря я сдвинул. Теперь это придется туда же двигать. Ну да ладно. Смотрим сверху. И двигаем. G по Y. G по Y. Так, где-то вот так оно должно быть. Окей. Дальше. Делаем следующее, тоже subdivision. Опля. Subdivision. Нет. Не надо нам никаких смузов. Вот. Subdivision. Вот так. Далее. Интересно, а если и применить, что будет? Это ерунда. Ладно, тогда мы просто сделаем по-прежнему, как и делали. Выделили вот это и вот это. Ой, извиняюсь. Так, и говорим Ctrl-D. Так, сначала большое сделаем. Этих удаляем. Надо было копию сделать, зараза. Так, теперь говорим Е, делаем толстенькую и опускаем ее вниз. G по Z. Вот так, чтобы создать как бы впечатление, что он многослойная такая штука. Да? Угу. И здесь надо еще одну такую сделать. Но я говорю, ну почему нельзя было сразу сделать plane секунду назад? Это же явно что-то вырезано сейчас объект. Так. Еще раз plane. И наверх. Вот так. И уменьшаем. И помещаем его на то самое место, где он должен быть. Это будет G по Y. Здесь он должен быть. Да. Далее мы приходим в Edit Mode.
говорим ему: парень, садди вишни. Выбираем все ребрышки. Это. Говорим Ctrl-B. Делаем вот такую штуку. Выбираем теперь эти Dense Face. А ее просто поднимаем с помощью E. Так. И опускаю вниз. Нет. Теперь уже как объект опускаю вниз. Вот так опустили. Ну и видим, что тут слишком большая, да, вот, штука-дрюка. Опускаем ее ниже. Вот так. Ну и вот такой винт у нас получился. Немножко дебильноватый, потому что надо было чуть тоньше делать. Ну, то нам никто не помешает сделать позже, вот, то есть сейчас. И поднимаем наверх. Вот так. Так будет лучше. А то прям слишком уж какой-то. Хорошо. Смотрим по времени. 26 минут. Делаем остановку. Потом шасси надо и эти турбинки.